Вот такого вот ключевого слова «глобал». Что мы здесь имеем? То есть, вот в этой строчке, я говорю, уважаемый PHP, начиная с этого момента, под переменной name я имею в виду глобальную переменную name. Все. Теперь Вася, у меня присваивает, да, то есть вот здесь у меня была локальная переменная, стоп, рано. Здесь у меня была, чего кстати, постоянно пропадает. Здесь у меня была локальная переменная, вот она локальная переменная. Пришли сюда, я говорю, стоп, теперь эта переменная, это вот она. Он говорит, понял, Вася пошел в эту переменную. Нет, все, да. У этого способа есть минус. Есть минус. Такой. Мы теряем локаль. Да, то есть, грубо говоря, все, он, на этом месте он ударил локальный перемен. То есть, грубо говоря, у меня майк уже потерян. А я, может быть, хочу еще с ним поработать. Может быть, я хочу и байк, чтобы еще и байк, чтобы был по-другому. Понимаете, в чем дело, да? Вот. Что делать, да? Есть второй способ, да, второй способ, но, чтобы вы понимали, что означает второй способ, небольшой экскурс, опять же, в PHP. Дело в том, что, вот смотрите, когда мы с вами пишем вот такую вот сентенцию, например, name John, да, Johan, на самом деле, что, это же глобальная, кстати, переменная, да? Что делает PHP? Он же где-то хранит? О, так вот, докладываю. У PHP есть суперглобальный, супер, это значит, насквозь виден везде, да? Это его личный массив, он всегда присутствует. То есть PHP родился, его создал. Который так и называется, Globals. И в этом-то массиве он и хранит все глобальные переменные. То есть, когда мы пишем вот так, PHP делает вот так. Дыц. Дыц. Не, мы можем тоже так делать. Я, правда, не видел еще ни одного ненормального, который бы вместо такой короткой записи делал бы такую. Но, в принципе, это равнозначно. Равнозначно. И мы пишем так, он создает в своем суперглобальном массиве Globals такую ячейку и помещает назначение. А он суперглобальный. Поэтому мы можем, да, второй вариант, мы можем обратиться напрямую вот сюда, использовать суперглобальный массив. Да. Здесь у нас, как бы вариант какой? У нас локальная переменная по-прежнему под рукой. Тут у меня май, а вот там у меня уже Вася. Например. Да. Вот такая вещь. Почему нет? У этого способа еще один плюс есть. Мы видим явно, где это задано. Да, почему?